Давайте вспомним сегодня всех погибших, умерших, живых, всех мужчин и женщин, всех солдат, моряков, командиров, ополченцев, партизан и рабочих, всех, кто 73 дня и ночи грудью своей, сердцем своим защищал от врага родную Одессу. В эту тревожную, но еще по-летнему теплую сентябрьскую ночь минуло ровно 3 месяца начала войны на советско-германском фронте. Это была ночь, за чертой которой начался рассвет, не только утро со своими прелестями, начался рассвет, который приносил мощный контрудар под Одессой. Этот контрудар, то есть ответный удар на все злодеяния противника, на этом небольшом, пусть нашем одесском плацдарме, ответ этот должен был быть и состоялся весьма организованно. Ему предшествовала большая работа. Третьему полку морской пехоты в районе Казачьей бухты в Севастополе скрытно отрабатывались посадка на корабли и высадка с помощью легких плавсредств. Морские пехотинцы учились штурмовать побережье, делать проходы в проволочных заграждениях, быстро окапываться, ориентироваться на местности. Времени на подготовку было очень мало, поэтому проходила она днем и ночью. Никто из них не имел опыта десантирования на берег. Между тем предстояло высадиться на берег ночью, в довольно глубоком месте, вероятно, под огнем противника. 21 сентября в 13 часов 30 минут корабли эскадры, имея на борту 1617 бойцов и командиров 3-го полка морской пехоты, под прикрытием истребительной авиации вышла в море по направлению к Одессе. Фашистская авиация пыталась неоднократно атаковать караван и каждый раз безуспешно. Зенитные пушки наших кораблей устроили плотную огневую завесу, прорваться сквозь которую фашистам так и не удалось. А они под покровом ночи продолжали идти к указанному месту. Отбирали, верно, физически крепких и хорошо умеющих плавать. Отобрали нас, перебросили в Северную бухту, где мы были 4 дня, где нас немножко обучали сухопутным действиям. Но нас обучали ночью посадки, высадки. 22 сентября подошел Красный Крым и Красный Кавказ. Была команда производить посадку. Верно, на берегу мы были вооружены. Каждый обязан был иметь 400 боевых патронов, 6 ручных гранат, 2 противотанковых, и многие были с дисками для пулеметов. Началась посадка на крейсера. Сколько она длилась, я не скажу точно, но полк был численность 1700 с чем-то человек. Мы погрузились и сразу от берега сюда вышли в море. 21 сентября на эсминце Фрунзе
из Севастополя вышел контр-адмирал Владимирский и вместе с ним полковник Иванов, капитан первого ранга Иванов, заместитель начальника штаба Одесского оборонительного района. Они шли в сопровождении канонерской лодки «Красная Армения», чтобы в Одессе не только вручить документы решения военного совета флота, но и уточнить, увязать взаимодействие предстоящей операции по контрудару под Одессой. И тут разразилась беда. Воздушные пираты, как коршуны, навалились на Фрунзе, разбомбили, утопили его. Владимирский, легко раненый, был подобран на катере и ушел в Одессу. А вот капитан первого ранга Иванов, разработчик и державший при себе все документы будущей операции, погиб вместе с документами в глубинах моря. Включили телеграмму о том, что под Тендрой немецкие фашистские самолеты потопили нашу конлодку «Красная Абхазия». Мы очень переживали, там наши друзья и товарищи. Вот. Но перед этим мы получили телеграмму готовиться к высадке десанта под Григорьевку. Это нас немножко удушевляло, радовало. И мы, конечно, старались, чтобы подойти вовремя, занять свою позицию и выполнить задачу на отлично. Но получился парадокс, как говорится. Значит, назначена была высадка десанта на 0-01 22 числа. 01. А командир высадки поменялся. Вместо Владимирского высадкой командовал Горшков. Он решил начать высадку, значит, боевые действия 24:00, на час раньше. Значит, нам нужно, а мы находились в районе Аркадия где-то, и нам нужно преодолеть это расстояние, и чтобы не опоздать к этому моменту высадки, не подвести крейсера и миноносцы. Но дело в том, что скорость нашего корабля очень малая, ну, значительно малая, и это расстояние мы не могли преодолеть. И мы опоздали ровно на 45 минут. Вот как проходила высадка десанта с Красного Крыма? Ну, проходила десанта, высадка десанта, это проходило скрытно, ночью, чтобы никто не знал, никто не слышал. Это внезапно. Но когда немцы уже опомнились, понимаете, когда уже большая часть десанта была на берегу, вот, тогда они открыли огонь. И огонь открыли кинжальный именно десантникам, понимаете, те, которые уже ворвались на берег, вот, и отдельные выстрелы были дальнобойных немецких орудий по кораблям. Большие корабли пришли ночью, это даты я точно не помню, это был сентябрь месяц. Вот, и мы приняли от крейсера «Красный Кавказ», приняли десантников. Вот, и подошли к берегу, высадили десант, и после этого галсом ходили вдоль берега, обстреливали побережье, чтобы прикрыть, значит, десантников наших. А кем вы были в то время? Я был тогда старшим матросом на морском охотнике. Вот так. А что значит морской охотник? Ну, это тип корабля такого небольшого. Морской охотник за подводными лодками. А они были, значит, вот, несли сторожевую службу. Вот. Вооружение у него две пушки, два пулемета, глубинные бомбы, значит, и большая скорость хорошая. И что делали морские охотники вне обороны? Вне обороны, значит, основная наша обязанность была, мы конвоировали суда с войсками, которые шли сюда на защиту Одессы, и конвоировали, значит, раненых и одесситов, которые, значит, оставляли Одессу, и мы их конвоировали до Крыма. Вот. Первым был выброшен воздушный посадочный десант. Этот десант в своем составе имел всего 23 краснофлотца. Но каких краснофлотцев? Помните у Соболева? Один моряк атакует, это взвод. Если в строю два моряка, это уже рота. А если их четверо, это уже батальон. Так примерно и действовало здесь, в районе Шицли. В том самом Шицли, в тех развалинах, уже не было деревни. Не было в помине ни одного целого дома, были одни развалины. Но Шицли как бы на перекрестке всего узла связи,
всех передвижений фашистов были. Шицли держали импульс жизни и Свердлова, и Булдынки, и сюда на запад в совхоз Ильичевка. Везде, где находились немцы, где находились фашисты, румыны, это все через Шицли шло. И поэтому не случайно десант зацепился за Шицли. Первым делом были перерезаны все провода телефонной связи. Потом пошел отряд Горска, 23 бойца, моряки, пошли на уничтожение батарей, минометных подразделений противника. И это все было в скоротечном бою, где каждая минута приносила определенный успех и экономила и боеприпас, и жизни участников этого боя. Одесса пока не знала, что наступающий день должен стать особенным и принести с собой события, каких еще не происходило за полтора месяца обороны. Артиллерии крейсера и эскадренных миноносцев за это время подготовили все главсредства, загрузили их и под прикрытием огня через головы этих высаживающихся войск стреляли. Высаживались моряки, которые уже при подходе к берегу прыгали в воду смело. Вокруг рвались мины, свистели пули. Так хотелось поскорее добраться до берега, встать ногами на твердую землю и закрепиться на ней. Для того, чтобы мы знали, свои или чужие, на корабле был приказ всем на левую руку подвязать белый платок. С белым платком мы все знали, что это наш боец. Когда мы взяли первых пленных, их было 60 с чем-то человек, они показали, что они знали, что такого-то числа будет высаживаться морской десантный полк. Знали численность полка до единого человека. Знали все, кроме места высадки десанта. Нас было 1700, а их две, только две дивизии, уже 40 тысяч. Так что численное превосходство со стороны немцев было явное. Ну и с начала утра завязались жестокие бои. Немцы всяко пытались нас бросить в море. Нас прижали к берегу, их прыгать к морю нельзя, потому что высота очень большая. И прорваться нельзя. Ну и пошла, как говорится, пошел разговор и вручную, и так. Потом все смешалось. Фланелевки и полосатые тельняшки матросов, зеленые гимнастерки армейцев, серые мундиры гитлеровцев. Удар, ругань, рычание, стоны, вопли. В ходу штык и приклад. Да. Как все это было? К утру 23 сентября оказалось, что с десантом нет никакой связи. Командование и особенно командующий Одесским оборонительным районом контр-адмирал Жуков были очень обеспокоены. Жуков приказал начальнику связи Одесской военно-морской базы капитану третьего ранга Баратову любой ценой восстановить связь. На карту было поставлено
успешность всей десантной операции. После высадки успешные действия в силу разрозненности и отсутствия связи не были скоординированы. Два батальона действовали самостоятельно, а третий батальон после серьезной и успешной атаки, третьим батальоном командовал старший лейтенант Матвиенко, встретил серьезное сопротивление оправившихся фашистов. Они начали превосходящими силами прижимать его к берегу. И когда катер подошел в этот район, положение было критическое. Старший лейтенант Матвиенко был уже дважды ранен. Это через 40-45 минут мы услышали стрельбу пулеметную, ружейную, тогда с автоматами было туго. Потом услышали отдаленные крики «Ура!», мы поняли, что мы подошли вовремя. Когда вернулись наши, оказалось, что действительно мы пришли вовремя. Два батальона развернулись в сторону берега, вырвали третий батальон из тисков фашистов, вывели его на линию обороны, которую занимал десантный полк, и ситуация выровнялась. Когда мы первый раз вылезли в эфир, есть такое не совсем этичное выражение «вылезти в эфир», нас услышал Севастополь. Он приказал всем замолчать, потому что командующего флотом очень интересовала судьба десанта. Значит, офицер связи сразу составил короткую шифровку, и первый принял шифровку Севастополь. Ну, понятно, параллельно принимала и Одесская военно-морская база. Ну, рано утром на рассвете, это было 4 часа ночи, вдруг нам выдали... ну, сухой паёк, как это обычно. Консервы в банку на двоих, там бисквиты такие соленоватые. И мы подумали, что это такое? Что-то предстоит. После того, как мы поели, к нам обратился командир взвода, затем прибыл даже полковник Осипов, проходил по рядам, политрук Митраков с ним очень часто вместе был. Вот в ту ночь он провел беседу, что предстоит очень серьезная операция. Он обратился к нам, чтобы мы проявляли решительность, смелость, и во что бы то ни стало сокрушили врага. Где-то через час мы уже с другой стороны насыпи сконцентрировались по своим подразделениям, и нам предстояло прорвать хорошо такую сконцентрированную и укрепленную оборону противника, которая состояла из 2-3 рядов. Это были окопы с огневыми такими дзотами, как их называли, пулеметы, затем минометы, все это предстояло нам прорвать. Значит, добровольцы, среди которых был я, мы подползли близко к огневым точкам и примерно с расстояния 20-25 метров начали забрасывать вот эти огневые точки гранатами. Некоторые бросали прямо подожженные бутылки с горючей смесью. Таким образом, мы смогли обеспечить атаку, саму атаку. Значит, ну, не только мы вручную пробивали, видимо, значит, работала здесь военно-морская артиллерия, корабли, так что так или иначе и рядом гибли наши люди, потому что огонь был противника очень сильный. Мы ворвались в первую линию обороны противника. Утром в начале 9-го войска поднялись в атаку по всей полосе контрудара. Первые доклады с наблюдательных пунктов были короткими и откровенно восторженными. Пошли, двинулись. Моряки тоже наступают.
Такие известия не передавались штаб Приморской еще никогда. Прекрасное впечатление, которое произвела дивизия, присланная Ставкой, подтвердилось теперь в бою. 157-я действовала слаженно и четко, переняв сходу одесский опыт взаимодействия с береговой артиллерией. Дивизия Томилова действовала как подлинно ударная сила. Под ее натиском враг не смог устоять нигде. На одесском плацдарме, до сих пор только сжимавшимся, это было счастьем еще неизведанным. По приказу командующего флотом, крейсеры «Красный Кавказ» и «Красный Крым», доставив десант и обеспечив его высадку, ушли в Севастополь. Поддерживать наступающих огнем остались миноносцы бойкие, безупречные и беспощадные. Приходилось вести огонь под носом у противника, рискуя попасть под его выстрелы. 23 числа уже, когда мы соединились с первым морским полком и двигались в сторону Дофиновки, под новой Дофиновки я переходил, то есть не переходил, а переползал одну ложбину, где меня взяли в обстрел пулеметы. Вот здесь мне уже, как говорится, захотелось и жить, и захотелось, и интересовало, когда кончится война, долго ли будет, недолго ли. Переполз, на второй день попал уже я под пулеметный огонь, я уже стал, мне стало, пошла какая-то смелость, что не всех убивают. Возьмите, бой есть бой. Рядом товарища убило, а ты остался жив. На исходе вторых суток к нам прибыл командир десантного полка, капитан Корень, вынес нам сердечную благодарность за находчивость, за отличную связь и сказал: ребята, сворачивайте рацию, где-то минут через 30 прибудет за вами машина, вы уедете в Одессу. Действительно. Прибыла машина, мы погрузили наше имущество и проследовали в Одессу. По пути мы увидели главный трофей, который захватили наши моряки-десантники. 4-орудийную крупнокалиберную батарею, которая прицельно стреляла по городу. Даже дымовые завесы не подавали. Мачты кораблей торчали над дымом, и их все равно можно было обстреливать. На стволах и на щитах этой батареи, вы все одесситы знаете, было написано, она стреляла по Одессе, больше стрелять не будет. Но мы считали, что мы тоже причастны к этому успеху, и мелом расписались на всех стволах этих бесславно закончивших свое боевое, так называемое, существование пушек. Прибыли в Одессу, одесситы ликовали. Когда по Пересыпи прошли первые пленные, то меня поразило... Но мягкость женщин, обитательниц Пересыпи, они все-таки с жалостью отнеслись к этим так называемым захватчикам. Мы считали, что они их растерзают, но они смотрели на этих жалких, побитых, потрепанных сранцами солдат не как на вояк, а на как жалких подонков, которые не поняли, зачем они пришли в Одессу. В этой операции были разгромлены две дивизии, освобождена площадь в 120 квадратных километров. Трофеев было столько, что их в течение 2 недель собирал батальон выздоравливающих бойцов. Это была радость. И сразу с плеч спала усталость. Словно не было изнурительных боев, бессонных ночей, тревожных дней. Люди ликовали, они были рады этой внушительной победе. Мирный город может спать спокойно, и видеть сны, и земли среди весны. Одесситы спали спокойно и в эту ночь, и все последующие, но дорогой ценой был оплачен этот покой. Тут сильні бої були, ми не могли з хати вийти. І ми під цими снарядами бомби перестануть трохи. Ми йдемо, води принесемо. А нам так попадало з двох сторон. Якраз вони троє суток. Вони хотіли вибити фронт наш, в Одесу вже взяти. Троє суток на метр не було видно попіл і земля, і дим. І в 9 годин утра там нікого не залишилось. Ми отут собирали куски і закапували.
В якому году пам'ятник? Ці всі останки перенесли і похоронили. Ви знаєте, де пам'ятник? У той пам'ятник перенесли всі останки. А там ми знаходили і паспорта, і все чисто, і всі одесити, і всі молоді. Може, осколки їх були острее. Може, к ним пулі летіли швидше. Дальше продвинулись, дольше горели. Те, хто погибли, считаю храбрее. Это из стихотворения тоже участника обороны Одессы, моряка Григория Поженяна. Ну что сказать, здесь сказано о тех, кто погиб. А погибло нас очень и очень много. Ну и не удивительно, против 15 дивизий, 3 наши было, сединой покрывались в ту осень Одессе сады. По пригоркам сползали глубоких окопов морщины. Мы беду запивали глотками соленой воды. Вместе с потом слезу утирали седые мужчины. Мы мужали за день лет на 10 в неравном бою. Мы учились делить сухари, воду, кровь и патроны. Мы учились любить дорогую отчизну свою. Мы учились стоять под огнем в эти горькие дни обороны. Как учились? Спроси у гвардейских крылатых знамен, у бойцов на сияющей бронзой одесской медали, у лиманов спроси. Это с наших незваных имен летописцы сказания о грозной войне начинали.